стой, я свернул игру, чтобы посмотреть тут кое-что, потом развернул, ты должен был меня увести к мусорке. И подожди, я не понял. Стой. То есть я вернулся обратно. Пропал, и мотоцикл пропал. А ты сейчас сам где? На пляже там, где, помнишь, шашлыки бесплатные. Ты меня сейчас вез туда, что ли? Блин. Вот. Да. А я просто разворачиваю, я там, где я оставался, только пипец. На заднем сиденье сижу и это... А у тебя из-под жопы тупо мотоцикл сейчас, да? Вместе со мной. Нет, я просто пошел, похавал, оборачиваюсь. Ни тебя, ни мотоцикла, никого нет. Как будто ты украл его и уехал. Не, на самом деле я просто вернулся в это. Да. Так вот, в принципе, что я хотел сказать. С вами Леон и Слиперон, блин. С вами мы продолжаем. Мы. Дальше смотреть. Кстати, я съел сосиски. Круто. В натуре классно. Щетка. Так вот. Щетка. Ты где сам? А, ну, где сцена, да, была? Мы видели. Да. Ладно. Ты сейчас... на мотике? Я на мотике. На этом же мотике, который тебе из-под жопы исчез. На этом же. Как так? Так, я, кажется, видел тебя, ты проехал. Жди меня там, я просто ушел оттуда. Я поем тоже, у меня тут вроде как аппетит просыпается. Так, сигареты. Покупает сигареты. Я купил сигареты. Кстати, их можно использовать. Да, я даже помню команду. Самая простая команда. Smoke. О. Слышь, это, есть что дунуть, а? Smoke? Smoke. Смотри, видишь? О, ну вижу. Сигаретки. Ну-ка, я тоже. Сигаретки, ничего. Весь тангой на подачу. Оп, у меня тоже. Слышь, братиш, довези меня до города, а? Ой, опять, давай, опять, слушай, глюк произошел. О, все, опять. О, слушай, а я так не... сейчас ты не пропадешь. Ладно, я не буду есть. Мне сигаретки хватило. Слушай, а мы сейчас... Да где полная полоска или нет? Еды нет, у меня 1/4 только заполнилась, да ничего страшного, пока переживу. Жить буя! Ну что-то ни ментов, никого нет. Ну и ты еще и подожди их. Едь! Че встал-то? Ай, какие мы. Что ты? Ну. А деревня, смотри, как делается. Ну 4. Ой. Ну и чё? А они с той стороны походу. Ну я же помню, что в прошлый раз я вот с этой стороны открывал ворота. Вот, видел я тебе про этот про неонку говорил, который, у которой глоу прям зашкаливает. Но... Вот смотри. Ну вижу. Райский сад прям под машиной походу. Давай, садись, поехали. Поехали, все. Ой, блин. Воу. Вот так вот. Откуда вы все взялись? Что тут ездит? Ты? Слушай, мне кажется, или я штаны запачкал. С тобой по ним проедешься? Да какого навидаешься? Я тебе скажу. Я как назойливый старик, который сидит у тебя сзади и несет всякую херню маразматичную. А в 1981 году я купил патент на приобретение акций Coca-Cola и добавил туда новый ингредиент, от чего меня уволили. Ой. А меня не могли уволить, потому что у меня были акции. Я сказал им, идите в задницу. Вот. А потом я пошел и бом-бом. Бом-бом. Так. А, блин, надо. Что, бросить работу? Я сомневаюсь, ну ладно. Убедили. Джаб. Мотхерфокер. Я бросил работу, слушай. Так, все. Поздравляю с новой работой, слушай. Используй меню, чтобы увидеть помощь. Увидеть помощь вообще. Так. Ну и какие тут могут быть команды, мне интересно. О, сигареты, 9 сигарет. Круто. Кажись, у меня будет зависимость от сигарет. Нормально, чё.
Так, окей. Хотя смотря как. Смотрим, какие у нас есть эти. Сигареты, так, что, меню. А какие есть команды на эту работу, скажи мне? Мусорка. Хорошая команда. Мусорка. Такая. Да, неплохая. Интуитивно догадливая, скажем так. Ну да, только мы не догадались. Так, и я так полагаю, надо найти мусорку. А, ну да, в принципе. А, надо, короче, сесть в машину и ехать к красному маркеру. А, вон ты где. Ну, ты что-то поехал кого-то. А, смотри, car off, чтобы продать машину. Это для тех, кто ворует машины, понял? Вот так вот. Поехали. Заводись. Заводись, заводись. Отлично. Я бы закурил еще сигарету, но, по-моему, за рулем курить это вредно. Блин, я помню, когда играл в GTA San Andreas, мне всегда хотелось, чтобы была в GTA-шке миссия за мусорку. Машина есть, миссии нет. Вот, пожалуйста. Миссии нет, ну, так ладно там, знаешь, пожалуйста, здесь, так еще в такой интерпретации. ММО-РПГ, блин. Мечты сбываются. Газпорн. Газпорн. Зато смотри, у меня 80 литров бензина. Круто. Странно, у меня это 71 из 80. Потому что ты неудачник, я тебе хочу сказать. Машина подосланная машина, но высосали оттуда 9 литров. Вот так упадешь, ой, ой, засмотрелся. Чуть не упал. Я, кстати, помню это озеро. Я здесь как-то русалку поймал. Она такая. Она такая, братюнь, загадай 9 желаний, будьте счастье. Я такой, не нахрен, я нормальный человек. Ох, меня сегодня прёт. Сучника! So close. Да-да-да. Какая-то дорога вообще нудная. На радаре показано, что внизу. Какое-то транспортное средство. Это там черная машина. Либо мопед, либо полицейская машина, одно из двух. А нет, это ФБР. Они следят за нами. Подожди-ка, стой. Я не понял. Я езжу? А что езжу-то? Я же ничего не включил. Ты мусорка не включил? Нет. А, ну мне все равно туда. А куда ты ехал? У меня все равно красный маркер в ту сторону куда-то. Нормально. Так вот, ничего. Так, это ты там на мусорке гоняешь? Да-да. Куда поехал? Да тут надо аккуратно съесть. Ой, съехать надо аккуратно, чтобы не повернуться. Понял, понял. Убедил. Убедил. Ну не так же. Ну хотя ладно. Повезло. Вариант. Ну да. Что-то ментов много стало. Блин, может паспорт еще потребуется. А мы такие, опа-опа, сюда везем что-то такое нелегальное, да? Блин, а как нам тут проехать? О. Нам не открыли, так это. Ой, я успел. Нет! О, меня порезало, прикинь, этим шлагбауном пополам, полополам. Черт. Откройте дверь, сволочи! Блин, как-то это я предвидел, но не до такой степени, чтобы прям я здесь застрял. Черт! Откройте, мать, вашу дверь! Это в моей компетенции вообще двери открывать такие. Может, надо посигналить? Где менты? Менты, откройте. Что это, блин? Черт! Я не знаю, но... Хорошо, мотиком, они проезжают спокойно. Я не могу открыть дверь, я. О, открылось. О, нет, стой, нет, фейл, блин, опять. Да какого хрена, ладно, я хоть в нее залезть успел. Блин, надо было вперед. Черт. Да какого нахрен?
Ты чё, сейчас машину сломаешь, ты чё? Ладно. Так, думай, думай, Леон, что делать? Давай я... Я попробую. Давай я открою, попробую там. Так, а я пока попробую тут. А, берем, открываем консоль и пишем опа. Опен. И ни черта не происходит. Где менты, когда они так нужны? Вот что ты тут стоишь? Открой нам двери, мать твою. О, такси проехало как-то. Как они проезжают? Что они такое делают? Не знаю. Вот, откройте. Блин. Это, блин, бомж. Кстати, мы еще не по своей полоте поехали. Мой бомж, такой бомж вообще. Черт. Что за геморройная ситуация, я не понимаю. Хрен тебе, будешь по стрелочке гонять. Чего написал? Что за стрелочка? Слушай, по-моему, была плохая идея по поводу того, чтобы проехать здесь. Я только сейчас это понял. Я за тобой поехал, поддался твоей... Не знаю. Да я просто увидел, что там открылось. Чувак проезжал. Чёрт! О, что тут? Что? Всё! Фига боёт. Ой, блин. Захотели потестить. Ну куда, куда же ты? Захотели потестить задание мусорки называется. Сами мусором стали на дороге. Ну. Ладно, продолжаем наш. О, еще дольше, вернее, еще медленнее, чем автобус едет. Нелегкий путь такой наш. Да. Мне просто интересно, что-то в конце нас ждет. Ты странными путями поехал, я тебе скажу. А, прикинь, там ждет нас какая-нибудь стриптизерша. Заварушка. С флажочком скажет, молодцы. Теперь едьте обратно. Эй, ты где? Я. Ты своим маршрутом поехал? Я своим маршрутом поехал. А, ну ладно. Так, я у студии съемок. Ой, $301 мне дали. Ништяк. И при этом... Зарплата, что ли? Ну, я не знаю, как бы, наверное, накопительное пошло. И мне никого ждать не надо. То есть я как проехал, сразу давай в другое место. Где здесь? А, да? Да, где здесь можно внешне машину починить? Машина у меня, кстати, была вообще нулевая. Износ 0, дирт 0, бензин был 80. Дирт это типа грязная, да, получается? Да, да, да. Ого. Блин. Ну что-то я их, правда, какой-то махандики выбрал. 308 бабла. Неплохо. Тут лежат лежачие полицейские. Ну как-то неплохо на меня это. Вообще не влияет никак на меня. Ну вижу себя спокойно, ничего не происходит. Воу! Оу! Блин, да как так-то? Чё ж я так вожу-то по корявому? А то ты что ли проехал? Я чё-то даже не заметил. Да ну. Это ты, говорит, проехал? Да? Не заметил. Да не, я заметил только твой этот капот и все. Вон она чё? Кузов, ну. Едем. Ну, я ему и говорю. Слушай, наверное, быстрее все-таки дрова таскать. Да, ты все больше в этом убеждаешься. Ну там, видишь, за объем выполненной работы, а здесь накопительная зарплата идет. То есть, чем больше ты работаешь на монотонной работе, на подобной, тем больше тебе работы, ну, денег будет. Вопрос только в том, какой лимит вот этой накопительной системы. Да, не знаю. Пока не выйдешь из игры, наверное.
сюда не надо. Сюда не получится. О, я не стану ладно уже. Все равно вспоминается мелодия из дальнобойщиков. О, тебя вижу. Ты чекпоинт поехал? Я да. И. А ну все, я едем. Как я давно этого места не видел. Как я давно вообще в GTA San Andreas не играл. Ооо, блин, вообще в другом месте. Чекпоинт, ой. Черт. Не знаю, мне туда надо. Мне туда. По-моему, он, ну, действительно рандом. Странно. Конечно, все это как-то. У меня на улице за окном какие-то глухие, как будто взрывы. Меня это немножко настораживает. О, слушай, так. Фишка, знаешь, в чем? Мы вот ездим здесь. Чем? И за каждый чекпоинт по $300 где-то дают, да? А фишка в том, да, что их платят сразу наличкой. Вот это плюс. Да. Это good, это good. Это very good. Very, very good. У меня уже 12 тысяч. Нифига ты. Ну ты буржуй. Чего? Не знаю, денег много. Я только недавно узнал, кстати, что ну, буржуй что? Это аналог мажора. Я раньше думал, что буржуй это что-то вроде гастарбайтера. Нет, буржуй это вообще-то просто национальность. Иностранцы. Да. Значит, первая моя догадка была ближе всего. Так, ну, такими темпами, я так понимаю, можно вообще бесконечно продолжать. Слушай, что-то сначала было 308, потом 320, потом 319 бабла. Слушай, тут может на время, чем меньше времени ты на это тратишь, ну, от точки до точки едешь, может, тем больше бабла получаешь? Возможно. У меня такая теория есть. Перспективная теория. Мы подумаем над этим. Я бы сказал, неплохо так. Ну, не такая не пыльная работенка. Ездишь себе по $300 сшибаешь. Но. Тем более, наверное, выглядит тоже прикольно. По городу ездят такие мусорки. Опять же, для... Я чуть типа не сбил. А я тоже сейчас чуть на машину балласа не нарвался. По-моему, после меня мусора больше, чем я увожу. Я все столбы сношу. Машина-то не вечна. Но машину, кстати говоря... Ой, не понял. У вас уже установлен чекпоинт. Так. А, короче, GPS пропиши. Так. Что это? И убрать его. Тупо. Да. Вот он ты. У меня, короче, смотри, я на него на чекпоинт заезжаю, он мне пишет, у вас уже установлен чекпоинт. Точка. Невозможно. Пишу GPS. Значит, ты где-то что-то пропустил. Ну как, у меня по одному чекпоинту появляется. Подъезжаю на один и... Странно. Ай. Чё, он не исчез? Может, косяк? Графики? Ну, может быть. Ну, у меня же все нормально. Ну, у меня, значит... Ты помнишь, как у меня прикол-то был? Про древесину. Типа, ты видел, кто... Ну, то, что машины брали, а я вообще ни машин, ни людей не видел. Такой же баг, наверное. Знаешь что? Ну, раз у меня так все закосячилось, я попробую заехать. Вот что тут опять. Опа-опа. А, сегодня же день города нашего. Там салюты. Значит, все, можно спокойно. С
слоупок. В натуре слоупок. Заборчик поставили такой несносимый. Итак. Ребята. Интересно, сколько чекпоинтов надо проехать? Вот так вот. Лова! Че, проехал чекпоинт? Я заехал на территорию Баласа, и я вижу следующее. Тут какой-то баннер. И он мне не нравится. Баннер? Да. Я долго же не задерживался здесь. И... Что это такое? Посмотрим. Зеленый флажок нарисован. Типа, принимаем закрыто. А ни хрена они не принимают. Тут машины такие стоят, знаешь, блин. Самая крутая улица. Надо, кстати, посмотреть улицу этих. Балас. Потому что я уже видел все три. Мусор надо? Не надо мусор. Ладно. Ну, в принципе, я думаю, зрителям понятно, да, суть этой поездки. Если честно, я что-то притомился. Видеть одну и ту же жопу на протяжении вот всей серии, меня это немножко притомило. Следующее займемся чем-нибудь действительно интересным. А сейчас я с вами прощаюсь. Надо как-то научиться воровать машины. Да. Это будет круто, это будет весело, по-любому всяко. И на этом я с вами прощаюсь, и до новых встреч, всем удачи, всем пока. Я тоже пока. Но. Только посмотри, что я делаю. Вот так просто. Whatever. Ебать. Уху!